Нас вітала Олена Новіка, вона представник Миколаївського зоопарку. І сьогодні ми будемо говорити про мавпочок, про шимпанзе і про те, як же їм необхідний телевізор. Ми вже про це обговорювали, навіть представляли, як може виглядати Monkey там TV, де ведучі мавпенята їдять банан, що вони можуть робити. А давайте про це поговоримо більш детально. І тому, поговоримо що, саме про шимпанзе у Миколаївському зоопарку, як їм живеться і що їм ще також необхідно. И навещаем им телевизор, все ж таки. Ну, я... Можно, да, да, дорогие телезрители, буду говорить русским языком. Вот. Значит, я хочу рассказать о том, что у нас за последнее время наметилась такая хорошая тенденция развлекать обезьян силами работников зоопарка, силами посетителей зоопарка. То есть вы же аниматоры для мав. Да, да, аниматоры. Ей такая профессия. Поскольку у нас уже исчерпали мы свои ресурсы профессиональные, мы уже приглашаем, залучаем до цього відвідувачів. Вот последнее такое у нас интересное мероприятие состоялось в прошлую субботу. У нас был специальный мастер-класс, на котором наши дети сгущенкой клеили красивые картины из всяких хлопьев, палочек. Де був я? Де були ви, Віктор? Вот. І ми цим всім угощали обезьян, обезьяни були в захваті. А можна вам устроїтися обезьяною? Звісно, Віктор, приходите, ми вам вольєр найдемо, самый лучший. Да, є кілька для мене там хорошеньке. Да. Вольєр, клас, люкс. Вот. Ну, поскольку вот всякими такими картинками, ну, раз обогатили, есть такое понятие обогащение среды обитания. То есть, ну, мапочки, вы же понимаете, они наши родственники ближайшие, вот, им тоже надо развлекаловка какая-то. Ну, летом у них посетителей много, это тоже своего рода развлекаловка. А зимой им, бедным, скучно, они сидят в помещении. Вот, но если мы говорим о маленьких мапонятах, то картинки, карандаши, игрушки, метелки, мы можем. А то же вони як малі дітки малюють. Вони малюють, вони колють горіхи там камінцями. Вот. Але шимпанзе, про которых мы хотим с вами поговорить, вот, это практически люди. ДНК шимпанзе на 96% сходна с ДНК человека. Вот. И когда они летом в своем вольере, там, не знаю, ловят рыбок, там, жучков, паучков, это все весело. Но зимой, вы же понимаете, вы видели наши условия. То есть они сидят в двухкомнатной квартире, смотрят друг на друга. Там, конечно, они с ума сойти можно. Да, да. Это вот, как в Простоквашино, вот, да? Вот, поодиночке только могут. Да, вот они с ума исходят. Ну, мы стараемся перенимать проявленный опыт, досвид, да, других зоопарков. Буквально вот, ну, что далеко ходить. В Киевском зоопарке есть горилла Тоник. Единственная горилла в Украине. Тоник бедный сидит сам в одиночной камере. У него есть телевизор. Тоник обожает. Ну, уже смотреть, не один. Да, обожает смотреть футбол, фильмы BBC. Вот, ну, чем мы хуже? Якщо ми найкращі в Україні зоопарк. Я сейчас обращаюсь даже не так, наверное, к потенциальным відвідувачам, как к представителям, к торговым представителям фирм, которые продают бытовую технику. Ну, что вам, собственно, стоит сделать приятное обезьянке, которая вот год, который надвигается. Да, вот задобрите обезьянку, да, и счастье вам будет. Вот. Я сильно подозреваю, что если вы нашей группе шимпанзе, а точнее Зули, вот Зули у нас альфа-самец, отец семейства, если вы ему подарите телевизор, и он будет возможность смотреть футбол, я думаю, вам счастье будет. То він попросить символ Нового року, так, по-братськи, сказать, нехай їм буде щастя. Это не, просто все, понимаете, начнется сейчас он футбол, в это время будут идти там відчайдушні домогосподарки, захотят женщины посмотреть тоже. Замечательно. Вот у них и будут семейные разборки, хоть на чем-то основанные. Но хоть там, что-то что будет делать, да? Конечно. Я пропоную и нам, и вам, и нашим телеглядачам продивитися невеличкий сюжет про мавпочок, про яких ми говоримо, а після цього ми продовжимо нашу розмову. Thank you.
Боже, неймовірно, знаєте, Інуся тут просто прибилася до екрану, побачила рідних сестер. Сестру побачила. А я тобі хочу сказати, чому саме ти порівняв мене з мавпочками, тому що я народилася у рік мавпи, і мені по всьому моєму життю завжди казали, що я маленька мавпочка, така ж сама весела, бігаю, така енергічна. Ну, ти з ними схожа, я хочу сказати. Ну, а ми продовжуємо, друзі. А так от, все-таки телевізор, да? Які ще взагалі потребності зараз є? Ну, о потребностях в целом зоопарка я рассказывать не буду, да, потому что... Ну да, вот связанных именно... Понятно, когда у нас что-то такое случается, не дай бог, да, директор сразу сам клич. Будет эфир и расскажет, да, он у нас любит это делать. У меня сейчас вот узкая специализация, то есть мы говорим о годе наступающей красной обезьяны, да, угу. Вот, и поэтому, как бы, все, что касается обезьян. Так вот, мы остановились на телевизоре. Да-да. Ну, понятно, можно было попросить там радио, еще что-то, вот, радио у нас работают работники зоопарка. До речи, мне цікаво, чи радио намагалися поставити для мавпочек? Вы знаете, у них и так общение с работниками приходит целый день, то как бы радио им хватает. Но самое интересное, кто вот не понимает, ну понятно, это наша изнутри работа, вот что такое, например, хищники, да? Вот хищники, они себе живут, какие-то там игрушки им периодически дают и там раз в день их кормят. Что такое обезьяны? Во-первых, их кормят 4 раза в день, а во-вторых, кроме того, там основной рацион это там фрукты, овощи, там хлеб, что-то. Точно приезжаю в зоопарк. Я так уж про это подумала. Я вам не рассказала самое интересное. Угу. То есть обезьянам специально обязательно варят компотики, которые им дают. Им консервируют фрукты на зиму, которые собирают там же по территории. Им пекут различные запеканочки. Митя, збираем речи. Да, збирает речи, вольеры я. Мы с вами уедем уже, да, точно. Договорились. Вот, ну, поскольку все хотят задобрить обезьянку в наступающем году, то есть вернемся к телевизору, да, к нашему Зули. Вот только что вы видели группу шимпанзе, группа шимпанзе у нас очень интересная. А отец семейства всего этого Зули, у него 3 жены и 2 девочек. Одна совсем маленькая, одной, по-моему, 3 годика. А, да. Хорошее вольер? Такое семейство уже. Очень замечательное семейство, причем мы гордимся, самое большое семейство в Украине, шимпанзе. У них вольер, зимний вольер расположен таким образом, что телевизор установить очень было бы интересно и для посетителей, и для обезьян. И самое интересное... Також сможет подивитися. Да, самое интересное, что здесь будет двойной интерес. Посетители смогут посмотреть, как шимпанзе реагируют на то, как они смотрят телевизор. Угу. Вот. Естественно, тому товарищу, который таки решит задобрить нашу группу шимпанзе, мы обещаем почет, уважение, большой баннер о том, что вот, ну, например, а селфи, да? С мавпочкой? Ну, мы подумаем. Если Зули согласится. Если Зули согласится, не согласится, мы напряжем какую-то другую мавпочку. Пускай отрабатывает. То есть, получается, один телевизор, по идее, нужен для одной семьи, да? Всем остальным, как бы так? Нет, ну, если бы мы, как бы, очень бы себя хорошо чувствовали, мы могли всем раздать по телевизору, каждой семье по телевизору горячую воду, все такое. Поскольку, я понимаю, город у нас маленький, дай бог, чтобы услышал меня хоть какой-то торговый представитель и адресно, как бы, отнесся к тому, что я говорю. То есть... Телевизор Зулей необходим, вот скажем так, для того, чтобы хотя бы поддержать честное имя найкращої в Україні на разі Миколаївського зоопарку. Ось у мене є питання. Ми дуже багато говоримо, що мавпочка – це символ наступного року, 2016-го. Як взагалі мавпочка буде цього року святкувати Новий рік? Скажи, думали, програму продумували? Ну, во-первых, ко дню Святого Николая ми їм уже зробили праздник. Вообще мы планируем. Вони еще... також знайшли подарунки під подушку. Ну, вот, то, что я рассказывала, да, ну як би не під подушку, вот. А вообще мы еще надумали в течение зимы, у нас есть такое, мы открыли цикл зимней звериной забавы. Угу. А каждый месяц мы возвращаемся к одному из отделов, ну и к мапочкам в том числе, и мы будем делать какие-то показательные кормления, показательные выступления, задавать им игрушки. Кстати, можно я отвлекусь немножко от мапочек? Да, раз конечно. Уже есть такая находа. Мы обращаемся, ну, наверное... горожанам и гостям города, я просто как бы не знаю, к кому обратиться в этой ситуации, для того, чтобы максимально обогатить среду обитания, ну, своим профессиональным языком, да, больших кошек. Больших кошек любят все. Любой год. Мавпы, там, льва. Вот. Вы знаете прекрасно, как домашние кошки реагируют на коробки картонные. Вот. Для такой большой кошечки, как лев, нам нужна большая картонная коробка, скажем, от холодильника. Взять ее, ну, как бы так просто, с разбега негде. Обращаю ваше внимание, посетители, если вы привезете нам вот в неограниченном количестве, тару картонную, от холодильников, от крупной бытовой техники, газовых плит, телевизоров больших, мы с удовольствием примем, рассмотрим ваши предложения,
там, ну, посмотрим, на обоюдно выгодных условиях будем с вами сотрудничать. И получат удовольствие и кошки, которым вы привезете эти коробки, и вы, я думаю, получите большое удовольствие. И вот ребята, я сразу начала сгадывать, где же мои коробки. Где мои коробки, я тоже думаю, где мои коробки. Да-да-да, только в целом состоянии, естественно, чтобы львы и тигры наши порадовались. Щоб вот можна було залізти. Так, щоб можна було залізти, щоб можна було щось сховати. А які ще мають бути іграшки? Ну ось, наприклад, у мене, коли у бабусі є киця, в неї є свій м'ячик, є своя мишка, вона нею грається на ниточці. А у великих кішок, великих якою кішок ж має бути там мишка? Якою має бути мишка, я вам скажу. В розмір мабуть, бачили працівника зоопарку. Ні, тут дуже велика мишка. Мабуть, бачили всі, перехожу на русский, наші білі медведі, у них м'ячики. Ну просто да. Белых медведей освещали больше, чем любых наших кошечек, ну потому что это как бы ну, у нас самое, самый козырный зверь в коллекции нашего зоопарка. И вот Нанук и Зефирка следили за их судьбой все. То вот эти мячики, которые им привезли из Чехии, их крестные, вот мячики были вот такого размера. Вот тиграм и львам, в принципе, нужны такие же. Но опять же, эти мячики, можно их купить только в Европе, и стоят они, ну, баснословные деньги, как для нашего зоопарка. Боже мой, да? Казалось бы, просто мячики. Не просто мячики, пластиковые, которые, в принципе, даже белый медведь со своей мощью не может его разгрызть, убить, разбить, потерять, поломать. Точно переезжаем в зоопарк. Потому что у меня племянники, только купуешь игрушку, даешь 3 секунды, уже нема або ніжки, або ручки у ляльки, що або... Что в ней за племянники, скажите мне, будь ласка. Вони всі у свою хитоньку. Нет, это нормально, это украинский менталитет. Один шарик потерял, один поломал. Один поломал, да? Да, и несмотря на то, что это был железный шарик, да? Да. А, ну что ж, действительно, самая главная сейчас задача, это клич именно о том, что необходимо мартышкам телевизор. Да. Семья требует телевизор. Требует. Я лично хочу посмотреть, как они с пультом будут там управлять и так далее. Это очень так, Лісто, ось мені цікаво, як ви будете обирати програму, яку дивитися для шимпанзе? Тому що пультом же ж вони не будуть клацати? Ні, пультом вони клацати не будуть. Я так думаю, що ми очень будуть смотреть не телевізор, они, собственно, будуть смотреть відеоматеріали нами предоставлені. Угу. Ми спеціально поставимо туди, не знаю, юнатов, научних сотрудників, які будуть відслежувати тенденції. А новий день вони шимпанзе дивитися будуть? Що вони? Новий день. Новий день обов'язку. Да. Савіцька, ну як на свою подругу мартишку не подивляться вони зранку? Ну, пригає тут в ефірі, чому б і ні? Ну що ж, дійсно, я думаю, що найголовніше ми усі зараз почули, це те, що необхідно все ж таки коробки, пам'ятаємо, для кішок. І, звичайно ж, це телевізор. Новий день теж бере на себе тепер обов'язки в пошуках спонсора. Ну що ж, дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії.